По традиции в праздник Пасхи зажег свечу Александр Лукашенко. Каждый год глава государства приезжает в небольшие церкви в разных уголках Беларуси. На этот раз президент вместе со своим младшим сыном Николаем посетили Свято-Благовещенский Лядинский храм в Смолевичском районе. Он находится на территории мужского монастыря в честь Благовещения Пресвятой Богородицы. Построили его в начале 18 века. Это настоящий духовный центр и место паломничества православных христиан. Пополнилось убранство храма сегодня иконой Воскресения Христова «Ангел у гроба Господня». Ее подарил Александр Лукашенко. Икона изображает сюжет, описанный в канонических текстах, явление ангела жены Мироносица. Он стал самым ранним воплощением образом воскресения и был известен еще в IV веке. Глава государства пообщался с прихожанами и поздравил всех верующих с великим светлым праздником. Пожелал в нынешнее непростое время всем здоровья и сил, мира и согласия, а также передал слова поддержки всем, кто борется с пандемией. Должен вам сказать, что в церкви я всегда ничего не скрываю, вообще стараюсь не врать, хотя в политике это очень сложно, в церкви тем более. Должен вам сказать, что я не приветствую тех, кто закрыл дорогу людям к храму. Я не приветствую такой политики. Более того, вы знаете мою позицию, особенно деревенские люди, особенно крестьяне. Мы эти вирусы переживаем каждый год. И все вы помните, как мы лечились от всего этого. Это природа, это лес, это свежий воздух, это нормальное питание, которое произрастает на нашей земле. Ну и все остальное, люди постарше, да и помладше, все это помнят. Я желаю вам быть здоровыми, потому что воскресение Христово – это свидетельство победы добра над злом. Это пример самопожертвования. И поэтому мы не должны прятаться за стенами храма и бояться зайти в храм. Потому что он не боялся, он жертвовал ради людей. Почему же мы спрятались? Этот вопрос жизни перед кем-то со временем поставит. И это надо помнить.